Привет, дорогие друзья! И вот снова я хочу вам предложить пару интересных идей. Первая идея – это специальный резец по дереву. Ручку для него я сделаю из верхней части черенка от цапки. Раньше я постоянно работал с томесками, теперь я решил сделать специальный резец. Для того, чтобы ручка при работе не лопнула, на нее одевают специальное металлическое кольцо. В моем случае это будет латунная заглушка. Лучше сильно не зажимать, так как латунь является мягким сплавом, ее очень легко деформировать. Сам резец я изготовлю из перьевого сверла. Просто я купил себе набор таких сверел, и у меня были еще два отдельных, дублирующих сверла. Из одного я сделал скальпель в прошлый раз, а из этого сделаю резец.
Ну вот, пришло время теста. В принципе, я доволен. Отверстие получилось больше, чем нужно. Я решил зафиксировать держатель холодной сваркой. Так как инструмент будет работать на вращение, и клей попросту не удержит держатель. Вот такие вот два инструмента у меня получились. Ну а на сегодня все. Лучшая благодарность автору за его труд – это лайк под этим видео. До новых встреч, друзья. Здоровья вам и вашим близким.